Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Да, и еще одна новость о Димаше Кудайбергене. Сегодня он в Инстаграме выложил совершенно непонятную, значит, фразу, которая сразу заинтриговал всех дерзов, всех поклонников. Значит, он выложил на странице социальной сети Инстаграм свой снимок со сцены. Здесь на сцене он стоит на фоне флага Казахстана, руки в разные стороны, в одной руке микрофон, в другой музыкальный инструмент. И он подписал под снимком «Soon you will know everything», что означает «Вы скоро все узнаете». Что кто узнает, непонятно, но предположительно Димаш анонсирует один из будущих проектов, который в скором времени увидят зрители, о котором узнают, где, возможно, он будет петь, вероятнее всего, конечно, это будет какой-то проект, связанный с Димашем, и вы скоро все узнаете. Я думаю, что такие фото выкладывают в преддверии, как такой преданонс. Я думаю, что действительно это очень скоро произойдет. Вот. Но все версы, все фанаты, я знаю, что мне пишут тоже сотни людей, тысячи о том, что очень интересно скорее узнать, нет ли какой-то информации. Информации пока нет никакой. Поэтому ждем. Я надеюсь, что в ближайшее время Димаш все-таки снимет уровень напряженности и все-таки перестанет интриговать своих поклонников, хотя это в его характере, он уже делал это неоднократно. Подписывайтесь, ребята, на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока, до встречи.